Третий завет между тобой и людьми. Вахалиқи ан-наса бихулуқин хасан. Относись к людям с хорошим отношением. Проявляй благонравие. То есть, пусть в твоем поведении будет радушие. Пусть в твоем поведении будет простота. Пусть в твоем поведении будет легкость применительно к людям. Пусть в твоем поведении будет радушие. Пусть будет великодушие, пусть будет открытость, пусть будет мягкость, пусть будет снисходительность, пусть будет забота о них. Вот это вот аль-хулукуль хасан, благонравственность. Ну, кратко, если ты хочешь понять, что такое отношение к людям с хорошей нравственностью, благонравное отношение, как бы ты хотел, чтобы относились к тебе? Вот и все. Как бы ты хотел, чтобы люди относились к тебе, вот так же вот относись к людям. И вот это вот благонравие, благонравное отношение к людям, это из качеств посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Аллах субхана ва тааля говорит в Коране: «Фабима рахмати мин Аллахи линта лахум». И лишь по милости Аллаха, лишь по милости Аллаха. «Фабима рахмати мин Аллахи». «Бима рахмати мин Аллахи». Лишь по милости от Аллаха субхана ва тааля ты мягок к ним. «Ва ля кунта фазан гализан кальб, лян фадду мин хаулик». А если бы ты был грубым, с черствым сердцем, то они бы все разбежались от тебя. Люди бы разошлись. Поэтому, если ты призываешь к Аллаху субхану ва тааля, обязательно ты должен быть добрым. Это непременное качество. Рахма, милосердие. Поставьте это на первое место. Если у тебя не будет рахма, не будет у тебя никакого призыва. И Аллах субхану ва тааля характеризует пророка, алейхиссалату вассалям, и говорит: «Ваиннака аля хулукин азим». Поистине ты обладаешь великой нравственностью. И Айша радиаллаху та'аля анха, когда ее спросили, каким был нрав пророка, алейхиссалату вассалям, она что сказала? Что его нравом был что? Аль-Кур'ан. Хулукуху? Кур'ан. Его хулук, его нравственность — это Кур'ан. Что значит Кур'ан? Значит, он в своем поведении воплощал заветы Кур'ана. И если человек призывает к Аллаху, он обязательно нуждается в этом. Посылая к злейшему врагу верующих, к злейшему, к одному из злейших врагов, Аллах субхану ва тааля, посылая Мусу и Гаруна, Аллах субхану ва тааля что сказал им? Факуля ляу кавлян лейинан, ляалля ва тазаккару ау яхша. И скажите ему, то есть пойдя к нему, к фараону, скажите ему слово мягкое. Может быть, он вспомнит, опомнится, может быть, он убоится. Вот эти качества, которыми должен быть украшен призывающий к Аллаху субхану ва тааля. Китаб аль-Фурқан. Бейна аулияи ар-Рахман ва аулияи ш-Шайтан. Книга о различии между угодниками всемилостивого Аллаха и угодниками шайтана.